нарушает закон о доступе к информации, кто наиболее открыт для населения. Об этом сегодня на круглом столе в Мажилисе говорили депутаты, представители НПО и государственных органов. Оказалось, что со дня реализации этого документа прошло уже полтора года. При этом 70% акиматов областей и 30% министерств все еще не соблюдают нормы закона. Такие данные на основе мониторинга, проведенного НПО, привел парламентарий Маулена Шымбаев. По его словам, в законе об административных правонарушениях существует отдельная статья, предусматривающая наказание за нарушение закона о доступе к информации. Не все госорганы сегодня выполняют требования закона о доступе к информации. В частности, вот сегодня вот озвучивается НПО информация о том, что вот в преддверии вот этого круглого стола ряд НПО направили запросы в акиматы с просьбой предоставить информацию по каким-то конкретным позициям. Из опрошенных акиматов 70% не предоставило эту информацию, что является нарушением закона о доступе к информации. Спасибо.